В начале лета в атмосфере над Беларусью на периферии скандинавского антициклона будет преобладать северная тяга ветров. Они несут с собой новые порции воздуха полярного происхождения. Итак, во вторник переменная облачность и без осадков, влажность до 50%. Ночью утром слабый туман, видимость до километра. Ветер северо-восточный, умеренный, атмосферное давление существенно не изменится. Утром температура в большинстве районов до плюс 11. С учетом влажности ветра по ощущениям будет на 4-6 градусов прохладнее. В середине дня столбики термометров поднимутся до 15-16 со знаком плюс, а к вечеру на 1-2 градуса ниже. В среду метеоусловия продолжат формировать холодная юго-восточная периферия скандинавского антициклона. По-прежнему переменная облачность, влажность до 50%. Ветер северо-восточный, умеренный, днем по юго-востоку порывистый. Температура ночью от плюс 4 по северу до 10 по югу, днем 17-22. А с четверга в нашу страну начнет поступать более теплая воздушная масса, и температурный фон постепенно повысится. Существенных осадков не ожидается, кратковременные дожди пройдут лишь в выходные. И у меня на этом все. Еще больше о погоде не только в нашем телеграм-канале «Рябов ответит». Подписывайтесь.